И возвращаясь ко Дню знаний, первый звонок прозвучал и во второй школе села Курджинова. Почетным гостем мероприятия стал исполнительный директор Всероссийского движения школьников Денис Клебанов. Его приезд в эту школу не случайно. Учащиеся учебного заведения являются активными участниками движения. Подробнее расскажет Шерифат Левшокова. 165 ребят в этом году переступили порог второй школы. Для 22 из них первый звонок прозвучал впервые. Самые маленькие учащиеся немного волнуются. Они долго ждали этого момента. И он настал. Ребята выслушали напутствие учителей и вручили свои букеты. В этом году школа отмечает особенную дату – 30-летие со дня создания. Я весь педагогический коллектив поздравляю с этим праздником. Поздравляю выпускников нашей школы, которые закончили нашу школу. У нас очень много учеников. У нас они все достойные. Есть среди них учителя. В нашей школе работают больше половины наших выпускников. Среди них есть и учителя, и врачи, и инженеры. То есть мы представили нашей России огромное количество хороших людей. В последние годы учебное заведение активно участвует во Всероссийском движении школьников. Ребята занимаются волонтерством, ходят в походы. По словам руководителя движения Дениса Клебанова, присутствовавшего на линейке, у ребят есть возможность участвовать в различных проектах, таких как Лига ораторов, который доступен любому школьнику, поскольку реализуется через интернет, а также территория самоуправления и «Я познаю Россию», где ребята изучают историю родного края и формируют пешие маршруты. 3 года назад, когда было создано Российское движение школьников, именно эта школа, одна из первых, присоединилась к нашему движению, начала реализовывать деятельность Российского движения школьников. Вот. И мы решили, что в этом году, в День знаний, надо посетить, поблагодарить педагогов, директора, пообщаться с ребятами о том, как развивается Российское движение школьников здесь. Вот. И, может быть, исходя из нашего разговора, скорректировать нашу работу, потому что наша деятельность, она исключительно для ребят. Маша Репала учится в 10 классе. 2 года назад, вступив во Всероссийское движение школьников, она начала жить активной школьной жизнью. Девочка стала участницей различных конкурсов, организовала для маленьких учеников кружок танцев, посещает она и казачий класс, в котором также черпает для себя много интересного. Уверенно себя чувствовала Маша и в роли модератора на классном часе, во время которого проходила встреча с Денисом Клебановым. Сначала я была, простым представителем одной из направлений, а потом я решила, что надо двигаться дальше. Я поднялась до лидера гражданской активности, а потом поучаствовала в одном из конкурсов и попала в детский центр «Орленок» на форум «Шаг будущей страны». И там я поняла, что это действительно мое. Действительно выступать публично, что-то для себя придумывать, подключать к этой работе других детей. Шерифат Левшокова, Али Бустанов, Вести Карачаево-Черкесия, Урупский район. Это все вести, а прямо сейчас смотрите премьеру фильма «Сердце матери».